Анафемой брецает в духовном голытьба. Турецких шапок ряд точнее камелавок. Кого пугают? Им ли смелых колебать? На вас самих в дверях уже пришла облава. На благовестие никто нигде и не один. Антиапостольские пишут решение о ком-то. Слепцы презренные, вас за руку водить. Никто из вас на проповеди не заливался потом. Зачем вам палочки, обозванные жезлом? Кого пасете, пашите искусно выбирая. На Моисеево седалище тщеславно влезли. Христос таких узрел разбойников и татей. Оставьте глупости слепых канонизаций. Ум, если есть еще, над мнением не тешьте. Плесень отрисите от безразмерных задниц. Летите с благовестием, а лучше топать пешим. Пройдите путь с Христом по Иудее, с апостолами, также маршруты пропылите. Когда в последний раз о ком вы породели, пришли с Евангелием, приползли улиткой. Вне храма каждый нищ и паралитик. С любым сектантом встреча, вы погибли. Ищите всех проколотых, пропитых, прочистите об них святые панагии. Не троньте мертвых, нагло не пластайте, за это вы ответите пред судьей Христом. У Бога есть на вас архиерей и скальпель, и каждый без одежды такой-то уж простой. Вы судите других, кто не под вами, без зуба ляскаете зряшно и бесстыдно. Опять в отвал Бог проклянет вас, свалит, и ваша паства вздернет вас на дыбу. Оставьте дрязги. На маршрутах разных найдите вы себя и слушающих вас. Вы не крещенные в мочении грязном. Креститесь, вашей жизни не будут вам всовать. 8 февраля 2009 года.